Как тебя зовут? Наталья. А меня Тамара Ивановна. Тамара Ивановна, вам нравится ваша работа? Работа как работа. Не хуже любой другой. Отпустите меня. Вы же понимаете, какие могут быть последствия. Это меня не касается. У каждого свое дело. Да ты не бойся, я же тебе не яд собираюсь колоть. Просто расслабляющее средство. Успокаивает нервную систему. Это не больно. А какая венка хорошая. Да ты не бойся, не бойся. Я вам все равно ничего не скажу. Не дергайся. Все говорят. И ты скажешь. Ну вот. Ну вот. Хорошо. Да ты не боись, не боись. Это наука, милая моя. А науку не победить. Меня нет. И никто не следит за вами, бедненькие вы мои. Хватит плакать. Раньше надо было думать. Когда влезала в эту историю. Ой, дала б я тебе успокоительное, чтоб ты меня не раздражала. Да ладно, уж живи. Тихо посиди. Да? Да, мой сладкий. Да, нет, бабушка еще работает. Да, но скоро уже освободится. А что тебе принести? Мороженое или шоколадку, мой хороший? Ага, ну целую тебя. Ага, ага. Я же сказала тихо сидеть.